ты можешь видеть на человеке, скажем, 3 лет. Каким он будет, ну, скажем, лет в 30. Он женат, семья, профессия, все. А есть люди, которые это видят совершенно отчетливо. Потому что все эти формы существуют, и в духовном, и в материальном существуют. Нету в этом никаких чудес, нет ничего нового под солнцем. Новые только наши усилия. Если ты как-то можешь стремиться дать усилия достичь следующего состояния, а это более дающий, большее объединение, большая любовь, быть более подобным Творцу, этим ты вызываешь силу, развивающую тебя. Как она работает, эта система? Я не ловлю этого. На тебя действует сила развития. На тебя действует то, что называется свет, возвращающий к источнику, сила отдачи, которая называется Творец. Приди и увидь. Вот так, здесь я раскрываю его. А все прочее — домашнее задание.